Инцидент произошел здесь, на Сахалинской 4. Нетрезвый отец, прихватив с собой двоих малолетних детей, решил покончить жизнь самоубийством. Он заперся в гараже, завел машину и начал ждать, пока угарный газ сделает свое дело. Гараж быстро наполнился едким дымом. В такой ситуации достаточно 30 минут, чтобы задохнуться. Этого и добивался мужчина. К счастью, о своем намерении он сам сообщил в полицию. Именно это и спасло жизнь детей и отца самоубийцы. Позвонил неизвестный. Мужчина сообщил, что с двумя детьми он находится в гараже и собирается покончить жизнь самоубийством. И отключил телефон. Местонахождение мужчины было неизвестно. Сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России установили местонахождение звонившего. На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. Полиция взломала гараж. К тому моменту дети 5 и 11 лет уже успели надышаться выхлопными газами. Сам мужчина такому спасению оказался не рад. Мотивы своего поведения так и не смог объяснить. А зачем в гараже закрылся? А слушай, еще один поступок. Он будет дальше. Это акция! Понятно, А что вы хотите? Против чего? Это я хочу Яковлевский район, чтобы занялись, подумали, что там за. Детям сразу оказали первую медицинскую помощь, а после увезли в больницу. Их здоровью ничего не угрожает. Мужчину же задержали. Теперь выяснять причины такого поступка будет полиция. Алена Овченкова, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.